Всем привет! Всем привет! Вы на канале? Сегодня у нас необычная распаковка. Да. Да, сегодня мы будем такое проводить маленькое путешествие, игру по Альпийским горам Швейцарии. Да, мы сегодня вот приехали в Альпийские горы. Здесь стоит маленькое шале. Это домик в Альпийских швейцарских горах. Вот, у нас тут есть небольшой коровничек, туристы. Здесь даже есть гора. Да. Да, на которой стоит козлик. Даже написано, что она высотой 2569 метров. Вот она, наша гора. Да, альпинисты пытаются покорить этот холм. Да. А для нашего шале нам не хватало красивых альпийских коровок. Да. Да. И у нас сегодня вот такая вот замечательная коробочка, такой комплект со швейцарскими коровками. Вот, национальными. Они в таких красивых костюмчиках, украшены с колокольчиками. Вот, маленький еще теленочек тоже, да. И красивые местные жители. Вот здесь нарисованы наши герои. Здесь девочка такая красивая очень. Вот. Ее папа в колпачке, в национальном таком швейцарском костюме. И вот это мама в красивом фартуке. И коровки красивые. Целых три коровки. У них красивые головные уборы национальные швейцарские. Ой, козлик с колокольчиком. И маленький теленочек, он тоже с колокольчиком. Да, смешные такие коровки. Мы будем их открывать? Да? И потом немножко поиграем с нашим красивым шале. Да. Держи. Давай открывать. Делаем чик-чик-чик. Так, открываем коробочку. Ой, коробки. Посыпались коровки наши. Да. Это я друг. Это друг? Да. Да? Да. Так, что у нас здесь есть? Здесь есть пакетик с колокольчиками. Вот тут уздечки есть. Вот, открываем. Вот она, маленькая. Делаем чик-чик-чик-чик-чик. Ой, еще один коробка. Все достанем. И наши жители. Такие красивые человечки. Чик-чик-чик-чик-чик. Ой, вот они. Где наши коровки? Вот они. Вот они. Хорошо. Что-то щепка. Да. Что-то щепка. Так, делаем чик-чик-чик-чик. Что-то щепка. Шапка там у тебя? Да. Здорово. Знаешь, чья это шапочка? Это шапочка вот такого бородатого дядьки. Нет, швейцарец. Нет, это да? Тетя. А у тети нет шапочки. Она же, посмотри, у нее заплетенная коса, у нее есть фартук. Вот такой фартучек. Такая наша красавица. Вот такая очень красивая. Вот. Так, у нас тут есть, кто у нас тут есть? Козлик. Это колокольчик. Колокольчики всем одевать? Сейчас мы все будем одевать. У нас есть девочка. Вот в красивом костюме. Да. Держи, ну что. Она пришла белая. Она пришла первая одеваться? Да. Вот, и такой пастух. Я делала. Так, вот они наши красавцы. Я делала. Да. Что я делала? Вот они такие у нас симпатичные. Смотри, какая покупка. Это семья. Какая покупка. Да, папа, мама. Папа и мама. Да, папа, мама и девочка. Да, вот папа, так. Мама, девочка. Да, и девочка, да. Так, наши коробки. Сейчас вот они. Да? Да. Так, у нас первый колокольчик. Секундочку, сейчас оденем. Сейчас вот он колокольчик. Вот это не колокольчик, коробка. Вот она коробка. Посмотри, какая коробка красивая. Это такой коробчик. Да. Так, сейчас мы ее украсим. Мы украсим вот так красиво. Вот это да! Это просто корова собралась на праздник. Держи такую красивую коровку. Второй коровки. Да. Хорошо. Маленький оденем. Хорошо. Маленький оденем. Она очень хочет. Мы маленькую сейчас тоже оденем. Она очень хочет. Вот наша вторая коробка. Она очень хочет. Спасибо. Так, вот наша вторая красивая
Коровочка красавица. Вот она какая красивая. Вот она какая красивая, да? Сейчас у нас еще бычок. Так. Наша коровка. Еще одна. Так. Она ждет свою очередь, она вот тоже хочет. Она ждет свою очередь? Да, она хочет тоже. Она тоже хочет? Да. Ой, какая у нее красивая, посмотри. Она тоже хочет. Корона или что-то. Вот она. Да. Она тоже хочет одеть. Да, вот они какие наши коровы. Она тоже хочет одеть. Кто? Она красивая, тоже хочет. Да, конечно, ей хочется. Сейчас мы оденем. Вот у нас маленькая коровка еще. Она не будет бояться. Да, нет, она не будет бояться. Она не боится. Сейчас мы ей оденем колокольчик, чтобы она не потерялась, правда? А когда ты будет... можешь ее украсить? Да, мы сейчас ее украсим. Посмотри, у нее маленькая вот такая... Что-то она тоже хочет. Такой колокольчик. Бим-бим-бим-бим-бим. Я хочу ее. А это знаешь для кого? Это для козочки. Сейчас мы козочку украсим. Я ее украшу. Да. Я ее украшу. Вот и наша... Козочка красавица. Она кто не хочет кошечка? Это маленький козленочек. Он не хочет. Да. Вот такой у нас красивый комплект. Он хочет кошечку. Вот такой красивый у нас комплект. Здесь праздничные коровы. Как на праздник, да, они собрались? Да. Вот, смешной маленький. Ну, маленький кто хочет кошечку? Теленок, они тоже на праздник пойдут. Нет, вот. Маленький. И пастухи, папа, мама и девочка. Да? Здесь и бойчиком. Туристы. Вот они ходят. Занимаются нордической ходьбой. Тут у нас живет корова с козочкой. Здесь у нас родничок с водой. Здесь маленькие козочки кушают. Сейчас а ты здесь... вот она козочка. Да, а там у нас суслики живут. У нас здесь елочка. Сейчас это олень. Да, а наверху у нас это не олень. Это я козлик. Это горный козлик. Давай вот у нас альпинисты пытаются. Папа! Что там у тебя? Попа! Ты нашла у козочки попу? Да. Какой кошмар. Это не попа. Да. Это у нее такие сосочки. Там молочко. Она кормит сисечками маленьких козлят. А здесь у нас дом для отдыха. Так, кафе. Я ее отдала. А я еще... Находится все. В шале. Я да. Ее тут уже кто-то уже... Вот, заказал себе еду. Ой, у коровы упала корона. Не теряй, коровка. Майка тоже ходит плащик. Вот они, наши коровки. Майка коровка тоже ходит плащик. Да тут у нас все праздник. У нас праздник животных. Да? Да. Праздник животных у нас. Смотри, здесь спит киська. Киська. Киська, вот она, посмотри. Она здесь спит. Привет. Я киська маленькая. Дай мне киську. Держи. Вон окошки у нас. И здесь у нас что? Сейчас мы посмотрим. Все ты там зеленая. Да, мы сейчас посмотрим, что у нас здесь такое. Вот что у нас. Здесь у нас кроватки. Здесь у нас даже есть туалет. Там есть бабочка. Ой, а здесь у нас уже кто-то, по-моему, напился. У нас тут дядька играет на баяне. Это... Нет, это Дед Мороз. Это Дед Мороз, но он похож на Деда Мороза, да. Он смешной. У нас там камин, он сидит на лавочке, около камина греется. А здесь вот даже есть такой аппарат для наливания пива. Да, и картины с бабочками. Да. Да? Да. Здорово. А там... Да, здесь туалет, а здесь могут отдохнуть. Так, здесь у нас вот девочка принесла, официант принес уже кому-то вкусную еду, что интересно будет кушать. О, здесь калачик такой, сосиска и мясная нарезка, сыр, перчики. Вот такую уже один заказал, наверное, второму туристу, да, он уже забрался, кто-то кружку с пивом пустую бросил. Вот тут наше семейство животных. Что случилось? Что ты там зеленая тут? Ты нашла кошку, котика? Да. Вот она. Вот он сам идет. Да, киська здесь будет лежать. А здесь даже, смотри, оленьи рога.
видели? А? Вот они, как в любом охотничьем домике. Или таком гостевом домике. Посмотри, а здесь что у нас? Здесь балкончик какой красивый, да? Здесь красивый балкончик, и здесь везде цветочки. Какая красота. Это у нас здесь. Здесь у нас кормушки живут. Вот у них тут есть кормушка, они тут кушают. Вот у меня здесь. А тут целая нора сусликов. Вот он, суслик. Привет, суслик. У нас тут елочка растет. Да, вот у нас тут цветочки. И смешной козлик. А здесь вот у нас кто? Вот у нас альпинист пытается залезть наверх. Ну как у тебя получается? Я ему помогу. Ну помогай ему. Давай. Вот так. Вот он вот там уже показал вершину. Вот там хочет. Там хочет? Да. Давай мы его отцепим. И там. Он попробует с другой стороны зайти. Сейчас ты там. Вот он слишком маленький. Альпинист. Это какой-то китаец. Смотри, это китаец-альпинист. Держи. Сейчас ты там. Тут? А здесь можно было. Что ж ты мучился? Здесь же можно было зайти с другой стороны. Ой-ой-ой. Он не может залезть. Ну ты смешной, да. А там козлик никому не дает. Он такой пытается бодаться. Ладно. Козлика мы снимем, чтобы дядя тоже мог залезть на вершину и посмотреть на наш красивый знак, да? У нас тут цветочки красивые, беленькие. Здесь пожалуйста. Пожалуйста. Павата, помоги его. Сейчас, ой, сейчас наши туристы тут придут. Вот они, привет. Мы пришли. А мы этого давайте это помочь. Да, уже коровки все погуляли. Вот они уже вернулись вот, на место в стойло. И свои живут, они будут смотреть. Вот. Здесь пастух и девочка. Девочка будет болтать с мальчиком. Вот они подружились. Вот. Это мальчик-турист и девочка. Вот рассказывает, как пройти на вершину горы. Да? Что у тебя здесь происходит? Покоряешь вершины? Ты даже палку специально взяла? Тетя забрал хулиган. Тетю заводил и забрал у нее палку. Давай, она сама. Попросим у нее, чтобы она отдала, да? Держи вторую палочку. Может быть, это пригодится. Вот такая палочка. Смешная. У тети тоже вот красивая. Такая у нее жилетка. И оранжевая рубашечка. Вторая красивая, вообще розовенькая. Он тут тоже такой альпинист. В очках модный. Небритый такой альпинист. У него рюкзак даже. Оранжевый. Красивый. А тут вот наш путешественник смотрит на диких козочек. Там дикие козочки пришли к нему. Вот он пришел. Привет, козочки, как дела? Он их тут гладит. Здорово. Вот и туристки тоже пришли посмотреть на козочек. Все смотрят на козочек. А где наш козлик, куда делся? Вот он пошел пить водички. Уже вернулся. Ты чего кряхтишь там? Не можешь залезть как? Я могу. Как старый дед. Вот я сейчас. Да, тебе было тяжело? Да. Ты молодец, ты победитель. Ты молодец. Покорил такую вершину. 2000 метров. Я помогла потом. А ну-ка, иди в дом. Иди в дом, суслик. Ой. Ой. Я открою камушек. Да, здесь камушек открывается. И тут вон дом для сусликов. Они там все живут. Мы туда можем туда сложить? Давай сложим всех сусликов, они пойдут спать. Останется только самый маленький. Закрываем. И здесь будет самый маленький. Он помещался. Он помещается в пещере, да. Сейчас повернем наш домик. Посмотрим, какие красивые тут розочки. Вон красота какая, все видно через окошко. Кстати, вот этот балкончик у него открывается. Дверьки открываются. Здесь тоже везде ставинки открываются. Красивый домик. Здесь каменный такой. Здесь вот кафешка с зонтиком. Там уже кто-то спит? Да, там уже спит. Спасибо, турист.
Устал, отдыхает, ему, наверное, утром в дальнюю дорогу надо будет идти. Здесь можно дочки помыть. Вот. А этот все товарищ играет на баяне. Здесь уже все нагулялись, сели покушать, кушают, играют в карты. Вот тут. А мальчик с девочкой болтают. Ну вот у нас такая получилась интересная сегодня распаковка. Да, мы сегодня побывали прямо в горах, в Альпах, да? В Швейцарии. Да. У нас здесь швейцарский домик был сегодня. Да. Коровки красивые, да, в национальных костюмах. Да. Вот они какие красивые, с орнаментами, с гербами. И даже вот сердечки у них. Мы сегодня залезали на самые высокие горы. У нас здесь, кстати, козочка уже устала, отдыхает. Вот здесь еще козлики спят. Вот девочка с мальчиками болтает. Да, здесь отдыхают люди. Вот они находились. Да? На сегодня. Все. Ставь. Лайк. И подписывайся. А потом подписывайся. Всем пока. А мы еще будем играть. А мы еще будем играть. А в следующий раз мы обязательно вас познакомим. Да. Еще с другими игрушками Playmobil. Да. Мы их очень любим, они нам очень нравятся. Да. Это наши любимые. Все, пока-пока. Пока-пока.